Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Отче наш, иже еси на небесех, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам внесь, и оставь нам долги наши, яко же мы оставляем должникам нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лука. Thank you.
Господи, помилуй, и сохрани нас, Боже, Твоей благодатью.
Thank you.
отличник, а чего собрать не могу весь мир и его злой подпечение. Ты я видишь, я поверь, и наш человек не разбирается. Добрый день, ты делал их Бога, я как там не работал и на Африку. Умели его просить, что он был там. А чего он должен быть Бог, если не отвержение будет с ним. Видишь, как у Христос восстал к месту. Там уже не умирает, ведь ему там не обладает. Упреки путейницы, а не проживет. Даже до конца времени,
Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Успешно, целеустремленно, да? Ой. Ну да. Умница, все будет хорошо. Ну все, так, все, давай. Ну а ты? Ой, только здоровье, чтобы был счастливым, все было хорошо. Так, ну крестный убежал, да? Ну пару слов крестный, скажи. Скажи пару слов. Да, я даже не знаю, что сказать. Ну рад, что покрестил. Теперь у меня второй крестник. Ну ты чувствуешь буду ответственность, да? Конечно, чувствую. Которая выпала на твои плечи с Леной. Ну ладно. Что да, пожелаешь? Счастья и чтобы мы всегда во всем везло. Удачи, да? Ну да. Все будет хорошо. Ну все хорошо. Ну а кто такой ты? Ну все.